В прошлом году скоропостижно ушел из жизни Александр Иванович Бирюк, многолетний глава Заводского района. Не успела утихнуть боль утраты, как семью Бирюк настигла новое горе. Тяжелую онкологическую болезнь обнаружили врачи у невестки Александра Ивановича. Веронике Бирюк 28 лет, воспитывает сына. В прошлом году медики вынесли вердикт – лимфобластная лимфома. Необходимы 8 курсов химиотерапии. Однако у молодой женщины стали отказывать почки. Нужны препараты более мягкого действия, которых в Украине нет. Семья просит о помощи в сборе финансовых средств, так как собственные ресурсы на исходе. Связаться с родственниками нуждающейся женщины можно по телефону, указанному на экране.